Салют, друзья, Сэм с вами. Ну что ж, мы четвертый раз высаживаемся над гигантской картой игры под названием Battleground. Первая серия, которая появилась на канале, вчера была крайне тепло принята, это приятно видеть. Игра действительно того стоит. Сегодня мы попытаемся выжить еще раз, добраться хотя бы до топ-10. Видите, я пока не думаю, потому что все-таки слишком мало времени наиграно. Определенно нужно больше игр, больше понимания того, где что лутать, как делать и как играть. Ну, плюс, к тому же, я уверен, что нужно патьки хорошие, чтобы было комфортно. Так, только бы здесь что-нибудь было. Давайте, давайте, друзья. 45, этот как раз-таки на 45. Во всякий случай прихватим 9 мм, и пламегаситель тоже не помешает. А, блин, тут у нас только так, на выбор нету. Хорошо, поехали. Где ближайший дом? Вон там. Туда высадились несколько человек точно. Пока они будут летать дом, я надеюсь, что у нас получится что-нибудь сделать. Мне было слышно действительно плоховато вчера. Я записывал сонный, утром усталый. Тем не менее, получил море эмоций от игры. Прям, ну, совсем. Сегодня будет лучше. Игра будет так же громко слышно, как и вчера. То есть баланс громкости я не менял. Просто сам буду немножечко громче говорить с вами. Итак. Давайте, сторожка. Порадуй папу чем-нибудь. Да, офигеть, пустая. Так, где у нас... Ой, мы... Нам бы вообще двигать, наверное, вот сюда лучше. Нет. Если на то пошло, то я лучше двину в сторону. Стоп, а что здесь у нас? Граната дымовая. Пойдет. Кстати, как гранаты брать вообще? А, вот, они тупо... Скроллом. В прошлый раз я не знал, как бросить нормальную гранату. В инвентаре была боевая, но только в инвентаре. Она должна быть вот здесь, в быстром слоту. На пятерочку она называется. Чтобы можно было фиг... Так. Старушечка еще одна. Стоп, рюкзак. Отлично. Сапоги не сплющились. Ботинки панк. Эмоции данной игре, друзья, у меня лично просто отчешуительные. Я давно, очень давно хотел себе найти вот такую... Такой выживастик, где... Куча народа на одной карте, где нужно каждый угол чекать, иначе труп, но при этом, чтобы оно нормально, мать его, работало, чтобы не было тех хотя бы проблем с анимацией и физикой боя. Здесь боевка мне очень пришлась по душе. Анимация потрясающая. Персонаж сделан настолько замечательно, что ну к нему никаких претензий нету. Да, есть претензии к оптимизации, это точно. 55 FPS сейчас у меня, это меня не радует. В принципе, из-за того, что запись проедает 10-15 FPS. Если бы вы играли без записи, у вас было бы на 10 больше на такой же карте, как у меня. В принципе, играть комфортно. Просто, ну, понимаю, что игра не так, не настолько красива, чтобы вот так вот тянуть. Теперь мы замолкаем. Спалился раньше времени. Черт. Давайте ждать его здесь, друзья. Он нас не видит. Мы его... Можем дождаться. Зона. Мы в зоне. Хорошо. Как долго там решит просидеть, я не знаю, но эта игра про терпение. Главное, чтобы нас не затерпели сзади.
Жалко, что я чуть-чуть подсуетился, думал, что попаду, а не попал. Если бы не спалился, могло бы выйти все по-другому. Сейчас... Интересно, он вообще понимает, где мы? Или просто боится? Был у меня дробовик, либо УЗИшка, я бы без проблем зашел туда. Не побоялся бы. А с пистолетом боюсь. Нет, так просто не перелезть. Ладно. Нет. Я понял. Угу. То есть его здесь нет, он куда-то убежал. Ладно, хорошо. Зачем обратно себе этот пистолет? Я взял револьвер, чтобы можно было спокойненько. Так, глушитель, давайте-ка накручивать глушитель. Не помешает. Нет. Так. Тот дом, кто по-любому лутали уже, поэтому и тут тоже лутали. Тогда двинули. В город, что ли? Ну там, наверное, смертушка. Ну пошлите по своему город, умрем так умрем. Я думаю, того стоит. Только я, друзья, не понял, как переключать камеру с левой на правое плечо. Без этого порой, ну, очень некомфортно. Да, можно переключиться на режим от первого лица, пострелять, но, блин, прям вот очень хочется. Вот бы он груз выбросил прямо ко мне. Было бы зашибись. Ой-ой-ой, красная зона. Красная зона, друзья. Отсюда нужно выходить, иначе тебя просто накроют артиллерийским огнем или чем-то таким, как я понял. Я просто рядом с ней когда-то находился. И там так... Бах-бабах, забабах пошел. Ой, далеко. Вот, не знаю, погибал кто-нибудь или нет от этого всего дела, но звучало очень даже громковато. Так, давайте-ка смотрим, что у нас здесь есть. Так, у нас...
Вот, слышите? Вон, пошел. Пошел обстрел. О! Блин, ну можно на машине, конечно, приехать, но это же как красная тряпка. Не, ладно, не вижу смысла я в машину здесь пока. Так, давайте-ка здесь пускаем все это дело и заглянем в старушку, которую мы пробежали только что. Из-за боязни артобстрела. Так. Что-то у нас вообще очень плохенько с шматьем. О! Вот это я понимаю. Пламя-гаситель подойдет. Так, УЗИшка очень хороша. Она, ну, очень хороша вблизи. Мы это видели в прошлой серии. Можно выжигать просто народ. Конечно же, на дальней станции все это паршивенько выглядит, но нам хоть что-то. Неплохо было бы увеличить обойму. Так, там уже у кого-то М16. Ну, понятно, что здесь хорошее оружие лутают сразу. Люди, я понимаю, знают, где оно находится. Если оно не рандомно, конечно, генерится. Если рандомно, то замечательно. Так. Очки мне ничего не дадут, они страшные, я их не одеваю. Первый уровень рюкзак нет, не интересует. Первый уровень тоже не интересует. Немножечко патронов интересует. Оружие такое же, глушитель у меня есть. Хорошо. Вот почему здесь лучше подбирать вещи через инвентарь, а не кнопкой. Так, шлем. Да, шлем строго да. Световая граната. Так, ты вот сюда, а вот ты сюда. Если боевую найдем, то возьмем боевую. Айда в город, друзья. Ну, городок. Это не город, это городок. Стремно-то как. Отлично, 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 отлично. Нам столько не нужно, поэтому бог с ним. Нам бы... Так, коллиматорный прицел, окей. В принципе, оставим пока патрончики, чтобы были, как говорится, но... Две обоймы на М-ку, это замечательно. Так, очередь. Не забываем, что нам стреляют очередью. В прошлый раз я из-за этого умер. Вообще, по зданию, конечно, лучше ходить с дробовиком, я думаю, да? Один хороший, два выстрел, и все, и противник готов. Так, штаны. Что это такое вообще? А, ложек микро-УЗИ. О, прикольно. Отлично, жилет. То, что надо, друзья. Так, о, бинты. Отлично. Там что-то вдалеке. Опа, опа, сайга. Или что это? Да, сайга, друзья. Это нам добро пригодится. А, ну мы, в принципе, да, мы же бегаем с вот этим вот пистолетом. Зачем нам 9 миллиметров-то? Тихо. Мне показалось, что кто-то... ПП не интересует нас. Так. Нет, синий. Синий нет. ПП. А. Личный магазин. Конечно же, пойдет. Давайте-ка перезарядим его.
12. Нормально. Конечно, с топливом. С топливом. Ну, в принципе, если вдруг играет группа людей и они катаются на машине, то в принципе. А, магазин быстрого доступа. Ясно, это не для этого. Приехала машина. Ладно. Воу-воу-воу, друзья. Нужно бежать. У нас всего две, мать его, минуты. Зону так далеко откинула. Ёлки-палки. Как бы там ни было, вариантов у меня не так уже много. Надо просто доехать. Если я угнал кого-то... Ну да, судя по всему, я у кого-то угнал машину. Просто по мне... На машине FPS просаживается до 40. Батюшки. Управляется, кстати, нормально. Совершенно... Черт, я немножко поранился. Засмотрелся на обочинку. И рисковал. Так, все, кто сейчас не успеет до области, тем привет. О, там какой-то есть спуск в... Так, не спалиться бы. Ну, то есть я уже палюсь диким образом, но как-то бы... Давай спрячемся где-нибудь. Лечь. Бинты. А, у меня нужна мало аптечка, чтобы лечиться. У меня нет кровотечения. Ну, личный магазин. А, это снайперская... Ух ты, на снайперскую винтовку есть компенсатор. Так, это мы выбрасываем, они нам не нужны. Еще
Еще одна УЗИшка. Понятно. А вот и зона наша движется. Прям к нам. Но мы нормально. Мы как бы в безопасности. На самом-самом краешке. 25 человек живых. Церковь. Блин, слушайте, такая карта еще. Воу. Вот, вот буквально ж цепануло. Так. Нам теперь нужно добраться совсем чуть-чуть. Нужно аккуратненько все это сделать. Нет. Блин, должен же быть, наверное, какой-то... перелазывание через объект. Я хочу в эту церковь забраться. Есть клиент. И этого клиента кто-то лупит. Надо быть дьявольски сейчас осторожным. Вижу. Вон он. Не буду палиться, подожду, пока он... Еще один автомобиль проехал где-то. Так, со спины можно быть более-менее спокойным. На самом краешке находимся. Отлично, друзья, дождались. Фух. 8x прицел можно поставить. Вот это!
Чтобы я там сейчас не пропустил, неважно, если что-то забыл, друзья, ну уж как есть. Очень-очень хочется спрятаться. Тут машина чья-то. Черт. Так, 9 живых осталось. Мы в топ-10 уже. Хорошо, аптечка малая почему-то не работает, да? Ладно. Есть! Отлично! Восемь прицел просто жжет. Я поставлю 4 прицела, потому что вблизи не смогу стрелять вообще. Черт, а как сейчас быть-то? Осталось всего 55 секунд. Я видел его. Черт, надо было одиночными лупить. Давай, сволочь! Я ближе к области, друзья.
Ему не, у него нет выбора, он должен двигаться. Или он умрет. В общем, у меня пока преимущество. Есть! Уу! Красота! Это был офигенный матч. Друзья, ну, четвертая игра, первое место, это прям очень здорово, прям замечательно. Да. Ну что ж, надеюсь, вам, друзья, понравилось. Я в восторге от этой игрушки. Если хотите еще, не забывайте поднимать большие пальцы вверх. Ну и пишите ваше мнение в комментариях. Если есть идеи, чего я делаю не так, обязательно об этом тоже мне напишите. Я вас выслушаю, ну и, может быть, буду использовать это в игре. На этом все, друзья. Я с вами прощаюсь. Всем пока.